Профилактическая акция «Пристегнулся сам, позаботься о ребенке» накануне проходила на выезде из областного центра, где инспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей-пассажиров. С начала текущего года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 20 дорожных аварий, в результате которых 23 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Чтобы обезопасить детей, родителям, которые за рулем, необходимо соблюдать правила. Согласно пункту 178 правил дорожного движения, ребенок в возрасте до 5 лет должен перевозиться в детском удерживающем кресле. В возрасте от 5 до 12 лет в детском удерживающем устройстве, которое позволяет безопасно пристегнуть ребенка ремнем безопасности. Исключение составляют дети, рост которых выше 150 см, и автомобиль такси, где можно перевозить ребенка, только пристегнув его ремнем безопасности. Сотрудники ГАИ останавливали машины с детьми-пассажирами и проверяли, соблюдают ли родители правила перевозки. Для детей автоинспекторы совместно с компанией «Белгострах» подготовили полезные подарки – блокноты, ручки и многое другое, а с водителями провели своеобразный ликбез. Как выяснилось, каждый водитель понимает – пристегнутый пассажир – гарантия безопасности. Пристегнуть ремень, прежде всего, это безопасно. И безопасность своя, ну, опять же, ребенок – самое главное. И потому надо всегда пристегиваться, как бы без комментариев особо. Пристегнись и едь спокойно. Пристегивать нужно, то есть это жизнь. В любой миг может случиться все, что угодно. Вопрос идет о жизни и смерти, поэтому дорога сюда – это очень опасный, скажем, участок. Вообще, ну, время, где, когда человек в машине, оно очень опасное. Я считаю, что, безусловно, пристегивать ребенка и всех пассажиров необходимо. Стоит помнить, что перевозка детей до 12 лет на заднем сидении популярного для сельской местности транспорта, мотоцикла или мопеда запрещена. В случае нарушения правил нахождения несовершеннолетних в автомобиле водителю грозит суровое наказание. Согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за нарушение правил перевозки пассажиров в салоне транспортного средства предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа в размере до 4 базовых величин. За повторное нарушение правил перевозки пассажира в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин. За время проведения профилактической акции сотрудниками госавтоинспекции было остановлено и проверено немало машин, среди которых 3 водителя были привлечены к административной ответственности. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.